школу. Друзья, во всем мире только один Чарли Чаплин. А посмотрите, сколько их у нас в Одессе! Да, такое можно увидеть только в Одессе, только 1 апреля. Дорогие друзья, вы многое потеряли, не приехавшие в Одессу на 1 апреля. Но благодаря нашему каналу вы все можете увидеть своими глазами. Не вставая с дивана. А у нас в эскорте сегодня... У нас сегодня только девочки.
Да, с праздником, девочки! С праздником, да! Хорошую вы работу себе выбрали! И что? И что вы скажете по этому поводу? Я считаю, отлично, прекрасная организация. Мне все а нравится. Вы откуда? С Одессы. Одесса, да? Да. Ну и как? Сегодня песня. Песня сегодняшнего дня, песня года. Ну, не самая слышали? Великолепная. Я не слышал. Остановите, остановите. Пете, Пете нужно выйти. Пете нужно к Вите. Вот так вот. Смеха изменить нельзя, дорогие друзья. И это точно. Дорогие друзья, здесь в нашей стране подсказывать не нужно. В любом месте. Где? Ладно, не будем о грустном. Так, это знойные или роковые женщины? Кому как больше нравится? Вором и воровал как раз такие «Волги», а следом за ним герой фильма «Угнать за 60». Просто «Угнать за 60» мне одному из зрителей за 60. Осторожно, здесь... как будут проезжать машины, наш специальный грибок, который вырос в честь Марины. Но, ой, красавцы, просто эти машины достались ребятам, конечно же, по наследству от других более или менее оперативных людей, которые смогли себе позволить что-то привезти. Обрати внимание, самый молодой водитель вам не видно с той стороны. Самый молодой угонщик. Да. Знаменитые угонщики Николас Кейдж, Юрий Деточкин. В общем, как-то они соединились в этих четырех автомобилях. Ну и дальше, друзья, еще одна команда. Смех ей продлевает ноги. Это... Вот кто уйдет назад... Потому что это была реальная, веселая, но бескомпромиссная битва! И вот... Помедленнее! Я записываю! Кто уедет с призами? Кому таможня будет задавать несколько вопросов, это можно проводить или нет, мы узнаем через несколько минут. Потому что 115 участников, 24 языка, 15 членов жюри работали не зря, а Георгий Делиев. Помедленнее! Обычно в этот момент женщины кричат, а мужчины в обморок падают. А Георгий... Делиев сидел в зале, причем переживал за каждого и очень хотел, чтобы гран-при получил каждый из вас. Но life is life. Ла-ла-ла-ла-ла. Все пожарные Одессы решили, что теперь пора ходить вот в таком стиле. Ну и красный – это приоритетный стиль этой весны, не потому что только Георгий Делиев одевается во все красное.